Находимся в Мехико-Сити. Вот к нам недавно приехал человек из Кыргызстана, не буду называть имени. Хотел бы рассказать об общих впечатлениях, о том, как его встретили, о ценах, о безопасности в Мексике. Здравствуйте всем. В общем, безопасность в Мексике очень хорошая. В целом, например, мы будем очень близки. Да. В Мехико-Сити прилетели, нас встретили Илья с Карлосом. Хорошо встретили, сразу же заселили в отель. Цены здесь очень дешевые. Жилье сколько вам вошло в сутки? Сутки где-то в районе $18. Понятно. Еда в среднем сколько на одного человека получается? Еда в среднем мы на семью, на троих тратим где-то 150-200 песо в день. Это мы живем на широкую ногу, потому что мы ни в чем себе не отказываем. Понял. Что хотели бы передать тем, кто сейчас в данный момент нуждается в помощи и планирует приехать в Мексику, ну и дальше уже в Тихуану? Посоветовал бы вам, ребята, побыстрее действовать, так как время идет, оно идет, играет против нас, против вас тоже. Решили, значит, делайте. Не да. Стоит тормозить. Вперед. Решили, значит, делайте. Не стоит тормозить. Сейчас будет связь, который вышел из границы Тихуаны. Он сейчас находится уже в Чикаго. Мы будем с ним общаться, я буду задавать вопросы, как все было, как он проходил, какие трудности были, если не были. И, соответственно, отвечу на более другие вопросы, касаемо уже Соединенных Штатов. Буду говорить по громкой связи. Алло, здравствуйте. 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 Все хорошо. Вот я сейчас нахожусь в Москве, только прилетела. Uh-huh. Был такой вот акклиматизация была, конечно, разница большая с Москвой, но все уже хорошо. Да, не говорите. Так, смотрите, Илья сейчас находится в Евросоюзе, поэтому его рядом нет. Я отвечу на все ваши вопросы. И если мы на какие-то не сможем ответить, да, сейчас. Я попрошу, чтобы Илья вам набрал, либо ваши супруги, и вы с ним оставшиеся вопросы решите, хорошо? Хорошо, хорошо. Отлично. Можно я вам позадаю вопросы касаемо Тихуаны? Да, давайте, конечно. Все. Я взял браслет, они на ногу одели, зарядку положил в этот сумку. Потом, когда в камеру шел, ко мне уже подошел один полицейский, говорит, вот тебе купили грант, билет, как бы летаешь там столько-то, вот твои бумаги, там будет миграционная служба в Чикаго уже. Да, да. Я говорю, а что дальше? Он говорит, тебе там дальше все объяснят. Chicago is situated in the Great Lakes region of the American Midwest in the state of Illinois. Спасибо, да, до себя. Так, я сейчас обсудила именно моменты, которые всех интересуют, да, это что происходит внутри. У нас вышел, рассказал все, и сейчас мы будем с ним уже не видео общаться о личных делах, о кейсе и так далее. Это видео очень поможет вам понять, да, что ничего страшного нет, да, все там комфортно, там все демократично. И подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Всего доброго, привет из Москвы. До свидания.